Друзья, всем привет! Мы выехали на рынок поторговать немного. В общем, уже кое-что продали, конечно. И еще кое-что осталось. Я хочу показать то, что мы вырастили. Вот. Кабачки, вот если кому интересно, они уже выращиваются с месяца два. Вот. Потерлись, конечно. Ну, вот это называется гибрид супердония. Если кому интересно, довольно-таки урожайный гибрид. Также вот такие вот перцы, но это уже то, что осталось. Перцы были и по 400 грамм. Баклажаны, вот такой вот у нас сейчас прилавочек. Черри такие склонные к тому, чтобы растрескиваться, конечно. Но это из килограмм трех таких вот столько получилось полопанных. То есть им надо уделять больше внимания поливу, да, то есть аккуратно их поливать. Вот это те томаты, сейчас которые мы вырастили в теплице. Вот так вот выглядит прилавок. Также очень урожайным был у нас гибрид, по-моему, КС-1430. Зависть просто отличная, особенно первые кисти были, ну, все вот такие набитые и крупная помидора была. То есть вот эти все помидоры мы продаем по 25 гривен, сейчас мы в Южноукраинске, это Николаевская область, вот эти все по 25 гривен и по 50 у нас черри. Да. Так что вот так вот выглядит наш прилавок, вот так вот мы торгуем. Всем пока.